Говорит, трасса станет ФИС. Трасса станет. Там что, соревнования какие-то. Вау. Параллельно какой-то слалом стоит. Вот у меня сначала была идея, что нам на один день здесь остановиться. Близко к этому. Рядом с дорогой. Прямо у хайвея, посмотри. Да, по сути дела, это была правильная идея. Но я подумала, что здесь высота больше. Хотя не факт. Ничего. Здесь высота как раз совершенно не наша. Больше. Наша высота. Ой, посмотри, трасса действительно. Я же тебе сказала, он правильно слалом стоит. Сумасшествие. Я там 1000 лет трассы не видела. Я как дикарь. Когда были в Болгарии, там был этап Кубка мира, стоял, знаешь, там лед был просто, просто залитая льдом трасса, и там был, по-моему, супергигант, по-моему. А там, ну, значит, соревнования прошли, и у нас кто-то из мальчишек полез туда, на эту трассу. И надо было видеть, как они на жопах сползали по этому льду, они им в голову не могли.